студент-индиец продал компьютер и айфон, чтобы провести пасхальный концерт во имя дружбы в Москве. По словам организатора, мероприятие – знак единения и дружбы христиан Востока и Запада. Традиционные пасхальные гимны будут исполняться на английском и русском языках. Площадка уже определена – это Римско-католический кафедральный собор. Концерт должен пройти 22 апреля. В нем примут участие Московский государственный колледж имени Шопена и Академический хор Московского политехнического университета. Чтобы оплатить услуги артистов и рекламу, Джошуа пришлось продать все свое имущество. И хотя после концерта ему придется жить в весьма стесненных условиях, Джошуа уверяет, что деньги для него не главное. When people actually come together, you know, Russian people, the Western people, people are not people who are not only here in Moscow. People are outside Moscow. They are online. The idea is they will realize and they will have a message of peace and love and we'll be friends and because it is important for them. We have to be one because I believe everybody is the same. You could be black or white, or you could be living in Russia and not in Russia. Doesn't make a lot of difference. At the end of the day, we're all the same. This is why we have the concert, is to bring people together, is to spread the message of hope and peace. This is very important.